Так, ну надеюсь, запись идет. Сейчас проверим. Видно, поди. Гига всего у нас было с утра, друзья. Это примерно на 150 минут, грубо говоря. Грубо говоря, на 150 минут, друзьяшки. Сейчас вот у нас на YouTube видос загружает. Вот. Прям 3 штуки видео загружаю. Сейчас, короче, как сюда подошел, тут, короче, бурун пошел, вот отсюда, карась, видать, ушел, но, видать, один он здесь всего был, это, нифига, наверное, тут рыбы не остается, уходит она, наверное, вся. Сейчас проверим, кадрося на наличие. Кадросян. Кадрась. Пресноводная рыба. Семейство кадросевых. Ага. Вот, по 2 крючка у меня оснастка такая. Будем проверять, кто у нас будет идти на нее. Так, а куда я своих червячков кидану? Так, где же червячочки-то? Я их не достал еще, ребятишки, вы не видели? Наверное, я их не достал. Нет, доставал. Куда-то я их бабахнул. В непонятное место. Вот они. Что за ерунда-то такая, а? Утки полетели. Там утки полетели. Так, оденем вот этого червячка. И вот этого. Так, одного вот так оденем. Вот так. Короче, по чуть-чуть их одеваю. Вот так. Целиком не насаживаем на крючок. Просто так, слегонца. Одеваем. Так. Ладно. Оп. Вот так, берем. Здесь. Тут у нас уже напутаться успело все, блин. Подросевые. Тут мы уже зацепиться успели, блин, за рогатку. Ничего страшного. Короче, вот так как-то. Друзья. И закидываем вот таким макаром. Хотя бы вот сюда. Вот так. Оденем колокольчик. Может быть, что-нибудь и тюкнет нам. Прикол знаю, друзья. Вот так поставим. Пускай стоит. Так, теперь еще возьмем один спиннинг.
Так же самое его собираем. Так, и подлиннее еще один. Мы сейчас подлиннее возьмем, который. Лесочку натянем, будет тук так будет, нет так нет. У меня, короче, нюанс. Вчера мужик, который рыбачил, у него плюс был того, что у него груз идет сперва, потом у него идут крючки, получается, ближе к спиннингу у него крючки, а у меня получается наоборот, все сначала крючки, у меня скользящий, короче, груз, и это сначала крючки, а потом груз. И вот я не знаю, со дна будет карась у меня брать, что нет. Если он тут будет еще клевать. Ну, фиг знает. Самое интересное, это процесс. Как вот он будет ловиться или нет, проверим. Как-то так. Будет так, будет клевать, не будет так, не будет. Ничего страшного, друзья, абсолютно. Просто процесс. Процесс. Я понимаю, что в этой луже его, блин, не вагон. Ну, я знаю, что он здесь есть. Вот просто поймать их как-то надо. Попадутся так, попадутся. Нет, так нет. Ой, у меня побег из шоушинка, друзья. Прикиньте, вот этот червяк у меня сейчас пойдет на крючок, и вот этот пойдет в баночку, а вот этот в баночку. Вот этот, короче, возьмем на крючок. Так, все, сейчас я забываю про баночку, блин, иногда. Не всегда закрываю. Вот. О, тукнул. Тукнул карась, прикиньте. Хорошо прямо тукнул. Но я не пойду проверять. Не буду. Пускай еще. Потому что мне пока крючки надо одеть. А нет. Наверное, с буруном. Ага, идет. По-моему. Не, нифига не идет. Пока. Нет, идет, друзья. Видите, прям ведет. Ведет в сторону. Ну, небольшой, наверное, карасик. А, нету. Не, есть. Вот такой вот, друзья, карасек. Так, что у нас тут, блин? Фрикцион вообще в обратную включен. Сейчас мы сделаем такие дела. Вот. Первый карасек на сегодня, друзья. Блин. Спуталось тут у нас вообще все прямо. Прямо вот все спуталось. Видите как. Ну ничего, такой. Вот такой карасик. Ну это ничего, друзья. Нормально. Ну как бы нормальный карасек. Вот такой вот карасик. Ну, чем богаты, тем и рады, друзья. Как бы. Сильно не будем, как бы, губежку раскатывать на большую рыбу, но вот такие нормальные караси. Будем мы их прятать в рюкзак. Вот так. Чтоб, если кто-то приедет, сильно не видели. Потому что нам здесь конкуренция неуместна. Здесь водоем небольшой. До рыбы я жадный. Не люблю, когда со мной рыбачит прям миллион человек. Потому что, ну, сами понимаете, я без колес. Без колес, да? Вон червяк у меня уползает. И мне на велике тяжеловато добираться до рыбалки. Вот. Как-то так, ребятки. Ну, если какой-то человечек доберется до сюда, то значит, так надо. Вот, туда же кинем сейчас. Чуть-чуть подмотаем. Вот так.
подмоточку произведем. Здесь поставим колокольчик. Здесь вот так положим спиннинг. Подтянем его вот так до такой изгибности. Возьмем червя. Нифига, он уже здесь прям насквозь проэтывается. Пробирается, друзья. Здесь прокалываем. Червячку отверстие делаем. Ну и здесь, в принципе, такая же самая картина, ребята. Заброс вот сюда. Почти в тот. Можно сказать, в тот. Берем колокольчик. Одеваем, ребятки. Одеваем, да? Ну, сегодня, походу, здесь народу скопится, блин. Потому что мы тут будем сегодня вдвоем на спиннинге сидеть. Антоха сейчас к 5 часам тоже пообещал приехать. И как бы люди-то не дураки тоже. Есть, которые понимают, что здесь стопудово рыба. И они решат здесь с нами попробовать порыбачить. Они и вчера, говорит, так же само останавливались, подходили из любопытства, закидывались. Ну, проверим. Может быть, один карась у нас всего попадется. Неизвестно, короче. Будь что будет. Так. Будь что будет, друзья. Как попадется, так и попадется. Такие места, блин. Если бы вот здесь еще лес вокруг рос, а то здесь, блин, прям вот возле трассы сидишь. Вот торчане, кто меня смотрит, да, блин, я жадный. Фишерман Хантер жадный на клевые места. Так что сильно губу не раскатывайте, что я вам прям так возьму и скажу, где что клюет. Ага. Прямо, блин. Рядом с домом я вам буду, блин, в холодильнике показывать, что у меня есть. Так что вы должны относиться к этому делу с пониманием. И строго не судить. Вот. Так что не судите строго. Я тут вообще, говорю, первый год, можно сказать, карася ловлю в этих районах. И не знаю мест нормальных. Если бы я знал, я бы мог бы поделиться местом этим еще с кем-нибудь, сказать конкретно. Но, увы и ах, судьба повернулась к вам жопой, друзья. Прям жопенью. Так, сейчас оденем вот сюда червячков. Одеваем. Оп, я, кажется, себе карман залупил. Нет, слава богу, в ящик мой, который я вчера вез. Сидеть на котором. Хоп. Все, здесь одели. Вот такие вот спиннинги короткие. Вообще мне нравятся крокодильчики. Вот, этот получается, сколько он, 1,65. А вот эти у меня там больше пошли, на 2,40 и на 2,10, друзья. Вот. Ну, а вот этот куда-нибудь вот сюда вот бахнем. Ага, вот так бахнули. Сейчас оденем колокольчик. На дне уже. Оденем колокольчик вот сюда, вот так. Здесь натяжечку сделаем вот такую, вот так поставим. И теперь, ребятки, делаем такие нюансы. А нюансы у нас поют романсы. Делаем вот так, чтобы все весь плащ из морал. Берем удочку. Угу. Привязываем сюда крючок. По-быстрому. Здесь уже как бы можно не смотреть на эти колокольчики, потому что он, если зазвенит, то он зазвенит. Тут как бы будет все нормально видно и слышно. Сейчас достанем крючочек. Вот, крючок достанем. Крючок. Приберем оставшиеся в карман. Так, один видос загрузился, второй осталось. А не, один 9 секунд, другой 45, другой 53 секунды.